В рамках общественного контроля за деятельностью полиции член общественного совета при ОМВД России по Одинцовскому городскому округу Захар Иванов побывал с проверкой в дежурной части 2-го городского отдела полиции. Общественник осмотрел помещение, ознакомился с порядком ведения документации по приему и регистрации заявлений граждан, а также проверил актуальность информации, размещенной на стендах, перечень необходимых номеров телефонов и графика приема. Затем осмотрел камеры для задержанных и побеседовал с сотрудниками дежурной смены.